пошли. А ты нарядили, портфель собрали, а меня с собой не позвали. Ну и ладно, не хочу я в школу идти. Я и так все знаю. Вот ужас! Я уже дядю какого не разного не знаю! Всех он трогает, всех обижает! И читать учебники, чтобы мог каждый стать умным, как волшебник. Это Гулька, а мы испугались. Кого? Меня? Мы думали, что-то незнайка. А чего это вы не знали, вы боитесь? Потому что я не знаю, что он всех девчонок обижает. Я скажу, чтобы он вас больше не трогал. Он тебя побьет. Что ты? Мы с Незнайкой самые лучшие друзья, между прочим. Что? Слушай, Гулька, ты правда хочешь взять с тобой в школу этого Незнайку? Честное слово, вот провалюсь я на этом месте. Лопни глаза, если вру. Я буду вас защищать. Ура, будет защищать. А теперь пойдемте готовиться к школе. Плохо.
Конфет? Касторку. Сейчас принесу. Вот дадут тебе касторку. А тебе лоб пьет она, Маша. Он без сознания в обморок.
вас в дом и принесите банку с нашатырным спиртом. Ну, принеси. Нет, принеси, 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 принеси. Я сама скорее. Ребята, отходите. Девочки, ну никакого злого с вами нет. Вы заводите не просто сама вашу с нашатырным спиртом. Это все из-за тебя, из-за тебя, тебя, из-за тебя, тебя, из-за тебя. Да, я слышу. Он сказал «му». Нет. Он сказал «ме». «Му». «Ме». «Му». «Ме». «Му». «Ме». «Му». «Ме». Опять спорите. А зачем она говорит, что он сказал «му»? Он же не Карл. Он сказал «ме». Зачем она говорит, что он сказал «ме»? Если он сказал «му». Подержите-ка лучше ему голову. Я дам маню и шатырный свет. Очнулся, когда вы совсем выселились. Вы пойдете с вами в школу в первый класс и будете сидеть за партой со мной. 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 Вот весело будет. Ой, какой мальчик за партой. А как я сюда попал? Разве вы не помните на воздушном шаре? Шар! И вы упали? Нет, сначала вы упали, а потом шар и лопнул. Шар лопнул, корзина перевернулась, а из ветра посыпались мальчики, мальчики, мальчики! Корзина перевернулась, мальчики упали, и все были в больнице. Что? Я хочу их навести. Нет, 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 минуется на случай. Спокойно, меня она пустит. Я вас провожу. Обещайте вести себя прилично. Тихо и смирно. Не бегать. Не кричать. По луке по забору не стучать. И собаку дразнить. А дышать-то можно? Дышать можно. Слава. Ну что, вперед в больницу? Вперед. Ой,
улыбаюсь, а когда встаю, как плащ одеваю. Козлал! Вот за то, что вы одеяло исполнили, вы останетесь без сладкого. Нянечки, запишите. И хватит здесь на лоб стоять, подвидеть. Кстати, больной. Я совсем не больной, я здоровый. Доктор лучше знает, больной вы или не больной. Доктор лучше знает, живой вы или мертвый. Покажите язык. А это еще зачем? Так нужно. Довольно спьять все. Занюзите дыхание. Я что, вообще не должен дышать? Совсем не дышать вы не можете. Занюзите дыхание на минуту. Нянечки, этому больному во внутрь меду. Кстати, больной. Скажите А. Ну А. Не ну А, а просто А. Нянечки, этому больному во внутрь меду и заламина на лбу тоже меда смазки. Это неправильно. У вас неверные методы лечения. Во внутрь нужно мазать не мед, а касторку. А на лоб нужно мазать не йодом. Доктор Лутер знает, такое лечение приносит больному облегчение. Я тоже врач, и я знаю, чем лечить. Вы не власть, а не связанный лекарь. Отдайте мои вещи, я уйду. Кукареку! Он сказал кукареку. Это вы? Вы? Нет. И не я. Это я. Как ваше имя? Сиропчик. Вы зачем укорекаете сиропчик? Мы вас за это выгоняем. Ура! Я первый в школу пойду! Вы зачем позорь видите? Пончик! Пончик! Я вообще-то тоже пойду первый в школу! А ты все такой же, мальчук! Зайка! Зайка! Как ты тут оказался? С чем я должен здесь находиться? Лучше должен отсюда! Мне вас пойти хочется! Спокойно, спокойно! Я вытащу вас отсюда, но при одном условии. Каком? Вы возьмете меня с собой в первый класс 175-ю школу. Хорошо, обещаю. Хорошо, возвращайтесь. На места я скоро вернусь. Только обязательно оставайся! И быстрее, пожалуйста! Постарайся, постарайся! Как себя чувствует больной? Я проводил обследование. И что ты показала ваше обследование? Обследование показало, что все больные совершенно здоровы. Ура! И могут отправляться в первый класс. Ах нет, что вы представляете, что будет, если вы выпишем всех мальчиков? Они же оставляют всю школу. В школе нет, 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 будут синяки и шишки. Только если вы выучите танец, который вы потом будете...
Что? Знаете, не считайте, как я. Прощалась летом, ужасная, веселая и вольная. А стала время классная, дворовая и школьная. Ночь дождливая, холодная и стужная. Но все-таки счастливая и очень-очень дружная. Первый класс мы шагаем дружно. Много раз нам учиться нужно. И учиться считать, и читать учебники, чтобы мог каждый стать умный, как волшебники. Стоит он у доски и не может он на карте отыскать Москву.